для интерьера вам пройдемся. Вызвано очевидно тем, чтобы создать
какой-то валютный фонд государства Украины, создать какой-то золотой запас, ну, это я уже, сугубо мое субъективное такое предположение, очевидно, готовится в ближайшее время. Все издавательство сырья мы произвели продукции на 1 294 000 литров, а в прошлом году 193 000 литров. То есть вы видите, какое, если всего мы развили 6 миллионов, то из них 8 миллионов развили давательского сырья. Долго ждать? Уже сидит Владимир Леонидович, уже сидит Владимир Макарович. Так, низкая дисциплина очень, вот так. А потом поделимся нашими бедами. Мы, конечно, разделяем с вами заботы об обеспеченности сырьевыми ресурсами. Вот. Но что я вам могу сказать сегодня особенно утешительно? Вы слышали цифры, винограда меньше, материалов меньше и так далее. И так далее. Вот. Но я думаю, что как сложится обстоятельства с другими материалами для выпуска вина, ну, а для шампанского мы все равно, конечно, будем выдавливать, если так можно говорить. Вот, из, значит, наших объединений там, где они произрастают и вырабатываются. Есть у нас еще на вереничке, потому что мы говорим, если мы говорим, для... Владимир Макарович здесь говорил... Ну, вы, конечно, все знаете, эти цифры уже не раз назывались, что у нас переработки где-то до 50% винограда, который мы принимаем от колхоза, других форм, от колхоза, других форм. Вот за этот виноград... Я буду не знаю, что я буду не знаю, что я буду не знаю, что я буду не знаю.
Сейчас немножко дальше встану. Да? Ну, видишь, а ты говоришь. Расскажи свои истории. Вот, сейчас. А, что не надо сказать? Вот не школы. Им пиздец и красавицы. Это выходит за мастера. Им подавилось, там девочки войти, на камеру вместе. Кошелок, а как? Даже ваш звук записывает камера. На воспроизводство. Да. Да. Местные сотрудники можем записать. Да. Следующий вот удар. Мы сегодня вечером даже просмотрим этот фильм. Я подивився на свой дрог, як він виглядає. Щоб воно так по-львовськи було, голови. А отут? Давай не сюди до нас ставай ближче. Щоб воно було так, як воно є. Так, як він робить по-людськи. Ти ж голодрися, я не грішав. Розкажи анекдот. Розкажу. Так, ну фати побагато вже. Побагато. Нас потому що... Попию сівіща, отправлю жені. Снімаю. Цього не робіть. Ніколи цього не буде. Я взяв, Витаренко, Квартина.
вы знаете Сахарова? Это он, я так понимаю. Отсюда? А, иди. Кто вам не знает? Никого нет? Опять не надо. Так что
контейнерах, в больших морских контейнерах ставить емкости, это 220-литровые бидоны, соль. Испанцы предлагают, мы предлагаем спирт виноградный, виноградный, годичный. И эти летние выдержанные спирты 72-73 будем готовить коммерческие предложения и подписывать контракт. Так, все ясно, что? Значит, коньячные спирты для шампанского производства не могут быть. Сегодня окружать, у кого есть, проявляем интерес, переговорить. Вот. Ну, я думаю, что надо А где профитор, кто есть? Сухотникова. Вы уже там думаете начинать работу, вам будет просто испытывать. Они вчера тут. Вчера же не ковид. Да, не знаю. Цена. Аня, не дивись. Цена договорная. Значит, здесь вопрос такой, что я цену могу сообщить в долларах. Понятно, что в многих предприятий долларов нет, то здесь будем решать вопросы приобретения закупонных и презентации. Спирт с сертификатами соответствующими выдержки в другом уровне. Теперь давайте послушаем. Значит, Виталий Афанасьевич, профессора нашего университета, мы по старой памяти называем пищевой промышленности, что новое название, оно еще для нас полностью сообщением о создании. Добрый ранок, шановний Володимир Макарович, шановний університет харчових технологій, вітаю вас тут у Києві, в чудовому цьому заводі і бажаю вам успіхів в цій плодотворній роботі. Ми, як ви знаєте, вже вчора Володимир Макарович говорив, відкрили нову спеціальність – підготовка інженерів-виноробів, висококваліфікованих. Ви скажете, а хто ж буде вам лекції читати? Так ми для цього і запрошуємо фахівців, підприємств і Володимира Макаровича, і Олександра Петровича. По суті, дякуючи їм і дякуючи Фуркевичу, ми відкрили цю спеціальність. Вона потрібна. Потрібна тепер, коли розвивається ця виноробна промисловість, після того, коли Горбачов, Михайло Сергійович, повторяю, Горбачов закрив оце виноробство, закрив оце виноградарство, і тепер потрібно розвивати цю чудову промисловість. Тим більш, я хочу всім директорам подарити цю нову книжку, яку ми написали, називається «Екологія харчових продуктів». Там ми цілий розділ написали про вино. Яка користь велика від того, якщо ми п'ємо чудове натуральне вино. Так що, будь ласка, заключайте з нами тристоронні договори. Це директор, це наш ректор, я. І Одеси, і Сімферополя, Шольца вам відомого, який написав чудову книгу «Технологія вина», і ваших фахівців для того, щоб вирішувати деякі проблеми по удосконаленню виноробства. І саме основний тут напрямок не тільки підвищення якості кінцевого продукту вина, але і зниження енергозатрат. Так, як працюють у всьому світі, щоб на одиницю вина були як можна мінімальні затрати тепла, електроенергії, води і тому подібно. Но головна ціль – це якість. Це якість. Так що і ці, будь ласка, через Володимира Макаровича, мабуть, будемо якось збирати гроші для того, щоб виконувати деякі, вирішувати деякі проблеми по виноробству. Це теж дуже важливо. А тут уже паралельно, будь ласка, давайте поступайте до нас в аспірантуру, тим більш ми з Магарачом заключили такий договір,
де будемо разом готувати, готові Маскаві, давайте заявки, ми направимо вам далі в наступному році фахівці, якщо вони вам потрібні, особливо вони потрібні на малих підприємствах виноробних, тому що їх там немає, а без фахівців нічого не зробиш хорошого. Ще раз дуже вдячний за те, що ви нас запросили, от відповідальні у нас Гречаніна, Яківіна за підготовку від нашої кафедри. Кафедра називається біотехнології, продуктів родіння і виноробства. От. Так що ми разом з вами, разом з вченими виноробами України, надіюсь, що будемо готувати висококваліфікованих фахівців, інженерів технологій для нашої прекрасної промисловості. І я в кінці вже тут директора, якщо будуть мати час, підійдуть, я кожному директору вручу цю книжку «Екологія харчових продуктів і напоїв», дякуючи тому, що зі мною написав цю книжку великий вчений з Америки, він медик сам, так що тут все фізіологія переплітається. Якщо коли ми писали розділ по виноробству, то ми враховували цей фактор дуже важливий, яка користь від вина, якщо ми будемо його пити в дозволеній кількості. Так що кожному директору я подарую, а якщо кому потрібно більше декілька цих книжок, в нашій бібліотеці більше ви ніде її не доставите, можете закупити скільки 10-20, скільки вам потрібно. Ще раз дякую голові, замісникові, всім вам дякую за те, що ми прийняли участь в цій прекрасній конференції. Володимир Макарович, ми написали русско-український словник по виноробству. Ми ще не видали, ми скоро видимо, що ми перейдемо на українську мову. Значить так, товариш. Переходимо к роботі. Значить, порядок такой. Нам треба до обіду провести дегустацію, определить качество вина виноградного, плодоягодного напитком. Делаем большой перерыв, и после перерыва значит, определим качество шампанского, шампанской продукции. Не будет возражать? Нет, образцов два. Первых четыре образца. Белый образец, столовая белая. Прошу всех заполнить упаковные людей, фамилии, имя, отчество. Бегунок пустить, всех зарегистрироваться нам надо для отчета. И гостей, и членов ЦДК. Вот. Первый образец. Столовая белая. Второй образец. Олигатрия столовая. В открытую, да? Первый образец столовая белая, Киевский винзавод. Второй образец Алигате столовая, Днепропетровский завод. Третий образец виноматериал шампанский Рислинг. Представляется вход Комарова. Четвертый образец. Столовая розовая Изабелла и Вовкивин завод. Савино. Вы знаете, что виноматериалы ценятся по ланчебайной системе, готовая продукция по 10. Ну, как правило, шампанские материалы мы чуть-чуть выше русским баллом ставим. 7,9, 8, 8, 1, вот так, да. Ну, можно ставить уважение, а вы еще положено не выше русским. Так, товарищи, мы знаем, что какое начало, какой торт задан, как мы его понимаем. И столовых вин, и диких вин, крепких напитков, и шампанских продуктов. Вот для того есть вопрос, да? Нет? Я прошу, для
того, чтобы правильный тон пошел, я прошу первую партию оценить Ларису Ивановну. Девочки, подожди. Определите специалисты Артемовского завода.
Пожалуйста, я их мнение учить. Весь народ. Как я могу сказать? Будьте образец неплохой, зачерговые тона. А вот в ароматике он несколько проигрывает вкусу. Так или нет? Да, вот, следующие четыре образца, прошу запомнить. Пятый. Перлина степу. Кинью представляет винзавод. Шестой образец Кацетели Ингерманская. Львов. Владимир Макарович объявляет, что уже сказал, что это новое.
продукции, так, а я хочу еще сказать, что люди стараются за дегустацию, так как они впервые развивались в этом году на нашем заводе. И хочу сказать, что на ближайшие два года не надеетесь их увидеть даже на дегустации и в производстве. Так как образцы учреждены, эти марки учреждены Болгарским заводом. И в прошлом году и в этом году Болгар не заложил на выдержку этих наименований в связи, вы знаете, по каким причинам, из-за кондиции виноградей и финансовые вопросы и так дальше и подобное. Очень интересные образцы продукции. Тут Нина Николаевна характеризует Савиньон Кубе, называется по местности, вино местности. Там, если у них такой вечерак, то есть его Кубея, называется в этом знаке, называется Савиньон Кубея, с которого снимается этот виноград. Нина Николаевна характеризуя этот образец, сказала, что сорт грядущий. Нина Николаевна ориентируется на шампанские материалы, которые молодые, яркие. Давайте не будем ссылаться на кого-то, а давайте так. Будем свое мнение. Так, свое мнение, я хочу сказать, что Савиньон Кубе и он характерен для вин, как правило, Кольцентерманского завода. Очень приятно, что такой вкус мы нашли и вина Болгарского завода. Следующие образцы. Десятый. Герес украинский. Я бы хотела, чтобы это через украинский был 86, 85. Хороший. Второй образец Мадера Таврида. Ну, как Мадера Таврида, это образцы, которые мы получаем. Мадера Таврида. Вкус, по вкусу хороший модерный тон. Образец неплохой, я ему поставила 84. Два образца славянского белого. Но эти два образца, они немного разного направления. Первый образец – это образец такого десертного направления. Здесь ярко слышно во вкусе, в аромате и десертные тона проявляются. Второй образец, у него он более мужественный, там хорошо слышно тепло. То есть то, что нужно было бы для славянского белого. Я его поставила 83-84. Спасибо. Где трава? Пожалуйста. Что-то сказать, пожалуйста. В принципе, согласна, я хотела что-то помнить. Мне очень понравился кейс. Мне кажется, что для него это низкая оценка, это очень типично. Я очень хорошо умею. Я бы не поставила 8. Но если ценить как вино, а не как оно должно быть, что мы ставим марочным сроком, это кулинарным сроком. Давайте забудем, что это кулинарный кейс. Мне вполне можно ставить взгляд. Очень типичный, хорошо выраженный букет характерный. Во вкусе я не буду повторять, я полностью на вашу характеристику. Но мне очень понравилось. Мадера, может быть, она проигрывает, потому что рядом был очень яркий хирис, но Мадера немножко сыроватая, особенно букет. Во вкусе она хорошо выражена, есть, наверное, букет. Нет, но Мадера, мне кажется, проигрывает. Я понимаю, что это такое, да, что нельзя определять его, но я бы оценила первый образец выше второго. Вот у вас первого обращения, можно по-разному классифицировать, что чувствуется, я бы оценила выше. Ну, я согласна с тем, что группа полная, хорошая, и первый вкус, очень. Спасибо. Следующие образцы. Древние славянские розовые. 14. Супер. Двух биоматериалов на славянское розовое. Ну, это действительно, это еще биоматериалы. Основа. Здесь заложена очень хорошая. Они такие полные. Чувствуется немножко даже в каком-то во втором образце
вроде бы как сапера высокая. Есть. Чуть-чуть есть что-то. Молоко. Молоко. Это не сапера. Значит, основа это очень хорошая. Заложенное, значит, вино в будущем будет хорошее. Но я думаю, его отменять перебежка, как вино идет. И третий образец славянское красное. Это тоже очень полный, чистый, очень хороший, слаженное вино. Я поставила ему оценку 8 баллов.
Они оба имеют и плюсы, оба имеют несущественные. Неплохой, но менее скромнее аромат, он и дезертность менее проявляется. Я ему ниже поставил 8,5. Легкий образец, конечно, уступает тем. Здесь жены дана какие-то и посторонние. И в аромате он даже сухопутный. Нет. И я поставил ему 8,5. И последний образец очень приятный. Пеноматериал дезертный, розовый, Наталья Борисовна. Нет, это не в честь меня. Ну, Наталья. Тогда Наталья. А к чему он дальше это Наталья? Ну, французский, Натали. Ну, как он звал? Наташа потом будет Наталья. А мы... Наталья пока называют. А потом они поехали. Не будем спорить, назовем Наталья. Значит, пожалуйста, пишите, 25-й образец, представляете, как это материал десятый розовый, Наташа. Аромат очень легкий, мускатный тон, полная и гармоничная волна. Второй образец червоно-троянда, очень красивый, нарядный, густой цвет. В аромате легкие цитрунные тона. Очень сложный путь. Десертно-пряные тона. Интересный, полный, гармоничный образец. И третий образец того же края. Я считаю, что аромат камора немного проигрывает. В аромате немножко вишневальные тона, а в клубный. Шоколадно-пивовый шоколад. Но если оценивать виноматериал, 25-й образец виноматериал Наташа мне очень понравился. Здесь я поставлю большую оценку. 7,9,8. Червона троянда, значит, я здесь ставлю 8,7 баллов. Тихо. Я попрошу всех дегустаторов. Значит, для сегодняшнего дня, как столовый сорт, это здесь основа мускатна. Для сегодняшнего дня он как столовый сорт пользовался сортом. Но вот уже последние два года, у нас где-то 60 гектаров посадок. Мы не знаем, куда действительно его набрать. Значит, мы в этом году действительно, это первый раз, мы его отобрали, именно чистый мускат гамбургский был. Здесь основа где-то 85%, это чистый мускат гамбургский. 15-20% смесь белых и красных сортов. Ну, красных там очень-очень мало, это в основном красный, это у нас бастард, тоже есть такой сорт, который надо использовать, что-то приготовить, а мы... Действительно, не знаю, что с него готовить. И вот пошел он смесь вот этого виноматериала. Значит, мы решили приготовить, партия у нас очень большая, 10 тысяч декалитров. Привезла его с документацией совсем на утверждение, на дегустацию, наверное, потом в лабораторию. Просто мы не знаем, что с ним делать. Если вот сегодня я услышала ваше мнение, что все-таки виноматериал неплохой, действительно будет пользоваться спросом, значит, будем пить такое хорошее вино. Но название это очень такое. Может, название какое-то что-то и другое. Ну, я думаю... Нажимаем Натали. Ну, он чистый, легкий, аромат действительно розы, в нем есть питкое вино. Ну, я думаю, что покупатель должен. Кондиции там 15,8-16,5 крепость и сахар где-то 12-12,5. Значит, мускат гамбургский набирает сахара очень мало. Это столовый сорт, он не больше 16,5. Это самая высокая, самый высокий процент. Но в этом году он был 16-16,2. И там, конечно, там подброд небольшой, потому что сахара там больше. Вы не смотрите его. А виноматериал в Японии, я считаю,
Ну, два образца червоного кориандра. Я согласна с предыдущим выступающим. Очень хороший образец, действительно такой богатый. Вкус у него такой яркий, хороший вкус. Значит, я согласна, тоже поставила оценку ему 8,7. Ну и кавур украинский, действительно, во вкусе он очень хороший, очень такой полный. А вот в аромате он немножко аромат у него не очень выражен такой. Чувствуется, конечно, вареность в нем такая сильная, но, как обычно, мы пробуем кавур, такой чернослив богатый какой-то. Здесь, конечно, очень далеко. Ну, он неплохой, конечно, 8,8 можно поставить. Да. Марочник, крепкий вин, ну, по вкусу все, конечно, разные. Значит, первый образец, 28-й, Матера Кремская. Значит, по вкусу слаженные, маслянистые. Чувствуется хорошая тепловая выдержка, тепловая обработка. Каленый орешек по вкусу, 9,5 я им поставлю. Очень хорошие модели. Портвейн белый крымский, тоже слаженный, чувствуется хорошая выдержка, ну, хорошая тепловая обработка, ну, питкой, полная, да. 9,4. Портвейн белый крымский, значит, 30-й образец, но он что-то в аромате, я никак не пойму, что у него в аромате. Типа башня. Бабуся, правильно, бабуся, но... Будем на Россию отправлять. Башня такое, аромат, не пойму. Поставила ему 9,000. У меня все. Спасибо. Так, желающие есть дополнить? Нет? Все согласны с Анчелисом? Нет? Он, пожалуйста, все. Вот попробуйте его и запомните. Мадера Крымская – это тот образец, который на сегодняшний день, ну, без равных. Это может только действительно вот зона Коктебеля. Вот мы недавно только-только приехали по отбору, ездили в Крым и присутствовали на этом заводе. И вот наш Филипп Цвиклович именно угощал вот этой Мадерой. Это Мадера, которая созревает в бочках на солнце. Здесь, ну, насколько тонкий букет модерный, насколько богатейший, что ему здесь нужно ставить, ну, я не знаю, это 9,8, это законы, Владимир Макарович. По портвейну крымскому я особо останавливаться не буду, он очень бедненький, очень такой вот, ну, обыкновенный портвейн. Поэтому поставить, ну, где-то в пределах я ему поставила, ну, может, 9,2 еще. Третий образец, я не знаю, я не согласна с Анной Михайловной в этой оценке. Здесь явно посторонняя, здесь летучая кислотность на верхнем пределе. Это моя личная субъективная вина. Можете оспаривать. Спасибо. Так, кому еще слово предоставить? Макеев не хочет защищать? Пожалуйста. Я не могу сказать, что это портвейн почти посторонним тоном. Я бы такого не слышала. Я не знаю, откуда вы слышите. Прекрасный портвейн, хорошо развитый букет и вкус. Постороннего мы ничего не слышим. Ты не вызвал разногласий ни у кого. Третий образец. Дело в том, что мы должны ввести в протокол. Есть в этом образце недостатки или нет? Есть. Есть. Бесспорно, когда мы не пробовали такую модель. Средний портвейн – это типичный портвейн белый крымский, хорошего качества. Нельзя сказать, что это наилучший, но нормальный, хороший, типичный портвейн. А последний портвейн, конечно, с явно выраженными посторонними тонами. Хоть защищайте, хоть не защищайте, никуда от этого не денемся. Объективная характеристика, что явно выражена на здоровье тонко. Ладно,
Смородиновые тона в вкусе есть. В букете даже прослеживается некоторая пряность. Интересный образец. Я его оценила в 9,3 балла. Образец, который у нас последний, мы последнюю партию развили муската, и мы специально представили на эту дегустацию этот образец, для того, чтобы люди попробовали, запомнили, может быть, опять же на долгие годы. Я вам скажу, что этот образец, ну, буклетик по технологии выдержки, и у нас года два он хранился на заводе, после чего мы уже по финансовым обстоятельствам вынуждены были его хранить, хранить сколько можно хранить и хранить, мы же в коллекции его превращаем. В букете, несмотря на такой его возраст, будем говорить, для десертного вина, в нем сохранились его особенности сортовые. Мускатные тона при глубокой бочковой выдержке. Тут бочковая выдержка прослеживается. Мускатные тона, которые сопутствуют еще в букете, и белый гриб, и сено, и... Ну, цитрона, вот единственное, что в нем нет цитрона, потому он и не пошел по тому направлению на мускат белый красного камня. Очень тяжело. И для того, чтобы тона портвейнизации были отнести его в группе портвейнов, надо, чтобы дегустатор сказал, что это в группе портвейнов. Если бы нам не сказали, трудно было бы определить, что это портвейн. Да. Почему? Потому что портвейнизации тонов там не достаточно. Красное вино вызывает вино. Я так его ответил. Несколько молодое для красных портвейнов. А в общем-то образец неплохой, хороший, высококачественные сорта винограда направлены. Окраска интересная, вкус интересный, гармоничный. Но не является красным портвейном в полном смысле этого слова. Не является. Немножко второй образец мягче, но чувствуется все равно, вот водки чувствуется какой-то спирт, какой обжигающий, все-таки обжигающий наш образец на экране. Ну, я считаю, что образцы почти
примерно на уровне на одном, но вот столичная, ну, немножко ему надо чуть-чуть выше оценку, там, на 1 балл, потому что он десятка того же выше, так, потому что она, ну, выделяется. Спасибо. Сейчас она. Второй тоже далеко от него не отступает, такой, ну, по крайней мере, восприимчивый для организма, для вкуса. Но третий, ну, непонятный абсолютно. Какой-то посторонний аромат, тон. Смотрите, я вам его еще приятного качества. Спасибо. Я хочу сказать, мы сегодня купили много новых образцов, мы с ним говорили, что завтра. Значит, эти образцы уже выпускаются несколько лет, выпускаются всеми нашими предприятиями. К сожалению, конечно, лучше выпускали вино, но это в нашем случае была жизнь. Эти напитки нам получают. Вот три образца представлены. Я хочу сказать, вот они так поставлены, вот так они, наверное, и по характеристике. Из них самый лучший образец, это первый образец. Действительно, вот когда закладывалась технология, это и есть этот образец. Во-первых, по цвету. Цвет солоными. В аромате приятный яблочный тон. Вот нет этого раздражающего спирта, который всегда сразу здесь бывает, попадает. Значит, гармоничное вино, как наше виноградческое термино. Хороший образец, вино можно поставить 8,6. Но немного отрывается второй образец. Спирт чуть хуже, но не настолько, конечно. Поэтому я поставлю 8,5. И резко отличается третий образец. Сюда взят нечистый спирт. И этот нечистый спирт, он сразу слышен в аромате и во вкусе. Значит, надо было работать виноделом, когда работать. Спирт сам по себе, вот мы сколько получаем, всегда очень много. Сам по себе спирт такой не приходит. Спирты приходят хорошие. Все эти там технологии, это резиновые шланги, это может быть невымытая емкость, но это нарушение технологии. Может быть, сок яблочный спиртованный пошел, тоже где-то плохой. Но я ему поставлю 8,1, 8,2. То есть намного отрываю с первого класса. Спасибо. Согласиться дать им оба дегустатора последний образец, охарактеризовали лишь этот первый второй. Следующие три образца. Я. Это были травы, во вкусе тоже. Напиток виски приятный. Тут вот эти ингредиенты. Давай напиток. Тоже настой на травы. Первым особенно подобранные травы хорошо. И второй напиток тоже хороший. Нашли более чувствуется на втором. Значит, можно первому дать 4,85, а второму предложить оценку. Бальзам безалкогольный. Здесь тоже настой трав, убаренных трав. Очень приятный вид. Сочетание с другими. Уваренное чувство. Нет, это все, наверное, могут быть сочетание побольше, чтобы не разбить.
безалкогольный напиток, когда можно пить с водой или с алкогольными напитками? Какая оценка его? 8,5. Я взял 9,5. Так, возражения нет? Два характеристика. Никто добавит, не хочет? Давайте я расскажу. Пожалуйста, да. Первый, красный пивен, это второй. Два этих напитка готовятся к упожированиям спиртового раствора, плюс белые виноматериалы идут на первый напиток, и красные виноматериалы столовые идут на второй напиток. Кондиции первого напитка это 38, сахар от 1 до 2. Во втором тоже крепость 38, сахар от 3 до 4. Первый отличается от вторых тем, что сюда, помимо этих купаж, входят еще настои трав. Настои трав – это боярышник, это чебрец. И здесь немножечко проскакивает полынь, потому что фужеры мы не помыли, а была впереди хамутинская цепь. Поэтому на это не свое внимание не акцентировали. Хочу остановиться вот на втором образце. Мы его выпускаем немного, потому что смесь этих трав входит до 80%. Помимо трав сюда еще входят плоды. Так вот этот вот второй напиток – это на плодах. Сюда до 80% входит настой шиповника. Настой шиповника и до 5% лимонник китайский. Поэтому это то, что нужно вам, мужчины. И у нас он пользуется очень таким вот повышенным спросом. В общем, в напитке не хватает. То, что я хочу, чтобы мне украсть на армию. Да, вот это у нас пользуется спросом. Это шоколад. А что такое? Уже в этом как? Значит так, с одним условием, что на этой этикетке будет написано. Да, что давай. Фешка. Фешка или может, я не знаю, как это называется. А может, это не знаю, как это называется. Я не знаю, как это называется. Не похудеете, девочки, слушай.
Которого начинается характеристика шампанского бразильца.
игра. Начинаю игра, пенистые свойства, колечко, мелкодисперсные, крупные игра и так далее, и так далее. Потом разыгрывать, а потом все остальное. Свет, букет, все будет. Так, кому это слово? Это вот рука сделать, потому что
очень часто бывают разные мистеры, и у нас очень разные получаются мускаты. Этот мускат необычный для нашего завода, у нас бывают более массивные, более такие яркие мускаты. И мне бы очень хотелось слышать, ну, может, не надо мнение, если долго спорили. Но мне кажется, что этот мускат очень легкий, легкие цитронные тона сохранены в нем. И считаю этот мускат очень высокого качества, нежное вино, изящное, нарядное. Мне бы хотелось, чтобы вы его оценили. И, конечно, его недостаток игра, но это теоретическая шумпенизация. У вас мускаты на видео на батарею, конечно, не хватает. А цену мы поставили 9,2 балла. Я считаю, что мы вообще несколько завышаем оценки. Стали южному образец вкусного, а хотим его чистый. Но я хочу вам сказать, что Кафетель уже разрешен. Шампанское есть предыдущий год. Кафетель сорт использует производство шампанского. Не только на южное. Нет. Почему? Мы просто ввели. Есть разрешение официальное. Это слова. Так что мы используем сорт. На словах до 25, а фактически намного больше, это да. А вот я бы хотела сказать, что образец южного, образец чистый, здесь просто ливневой сорт, это источник от семеноначала идет. Вот. Для южного он соответствует сику, это не недостаток технологии, как он соответствует в брюте и сухом. Это идет с сухого. Но ставить ему 8 недель, мы на дегустации 8 недель ставим образцы хорошими перуарным шампанским. Я считаю, что 8-8 достаточно высокая цена. Получилось, что мы для нашего завода рядовой образец чистый, чистый, можно поставить 8 недель и перейти. Так, спасибо. Ну, я практически тоже услышал слова. Необходимо обратить внимание на киевские образцы. Ну, мы уже привыкли, что артемовские образцы, крымские сферисты, красный фильм, незаметные всегда были, и сейчас это не уступает по качеству предыдущего своего образца. А вот киевские – это новое, это недавно, они вообще киевляне шагнули вперед по качеству. Раньше они все время были хуже, а Кирсяна часто их зацепляется за них и равняться находится на них. Значит, что теперь конкретнее вина? Хороший, легкий образец и очень и аромат сдержанный, приятный в первом образце. Хорошее, хорошее вино. Я ему поставил 2,95. Спасибо. Покажите. Я не хозяин, но я говорю спасибо, потому что для меня первый образец тоже очень хорошо понравился. Из двух представленных артемовским образцов, красная крымская, это экспортный образец. А это для внутреннего рынка второй образец. Но однако он, мне кажется, лучше, чем первый образец. Здесь и сорта виноматериалов очень хорошо подобраны и разнообразные. И собирали, и пентаны, и каберне. Ну, то есть то, что нужно и для сердца, для любого красного шампанского. И очень он удачный по своим характеристикам остальным. Ну, единственное, ну, может, недостаточно игры. Но оно всегда классическая методе такая вот игра, и это не портит совершенно его. Очень хороший образец. Я поставил второму образцу 9,5 балла, а первый артемовский 9,5. Ну, если говорить об артемовских винах, они приятные, но все-таки немножко, мне кажется, тяжелые. И пить его так много нельзя. Чуть-чуть много времени. Правильно, она очень дорогая. Я понимаю, что Артема классика, и это высокое качество нужно будет. Но, может быть, я не хочу вам подобить, но все-таки мне кажется, что во всех винах, во предыдущих, ваша кинокетина более чистая, а Артема немножко чувствуется вкус дрожжей, дрожжевой привкус, Артема дрожжей. И вы даже сейчас, хотя вы поставили более высокие оценки артемовских винам, я поставила более высокую оценку, может, нельзя странно чистить у вино. Спасибо. Я им поставила 9 баллов. Вопрос вот такого характера.
образцов очень много долгого дела и всегда стараемся сделать его таким бедным. Глаза куропат. Конечно. А сегодня мы имеем интенсивный окрас, который даже нельзя назвать ровный окрас. То, что меняет направление. Почему? Есть разница. Потом оттенки другие. Это не то, чем... Мы выпускаем и то, Ванда Ивановна, и вот это. Это для души, а то, что... Я хочу вас снова, что ваша сегодняшняя работа...
сегодняшний рынок там, где в пределе, не дай Бог, чтобы виноделы, профессионалы потеряли чувство отказа. Чтобы мы потеряли марки вина, потеряли не только понимание вина, но вот то качество, которое жило в каждом из нас виноделе, ну, кого раньше, кого позже, 20, 30, 10 лет назад, 15 лет назад. Вот ту атмосферу, которая существовала при сборе крупных, на результате, существовала производство. Сегодняшняя дегустация показывает, что по отдельным винам мы держим надлежащий уровень качества. По отдельным мы начали винам в какой-то степени отступать, сделали шаг назад. Вот. Советскому компактному. Да, она похожа на текучее вино. Краски, теплые, холодные тона, здесь смешанные, потом гармония не выдержана, здесь страх, надпись, страх наоборот. Оно не выиграет торговку, поверьте мне. Когда рынок будет насыщен полностью, кстати, мы уже сегодня знаем, вот Александр Петрович рядом, он подтвердит мне, советская шампанское на рынке в 1,5-2 раза дороже, чем шампанское. Одна и та же бутылка, одна и та же продукция в бутылке, а вот только название этикетка дает вот такой большой рывок в экономике. А если можно, зайдите все сюда и кому-то понравилось, налить, так сказать, наш красный. Да. И говорит, что мы проводим дегустацию относительно улицы Иха. И поверьте, в этом слуга прекрасно делает, насколько они около них и мы красивы. Вот так. Насколько они были внимательны, настолько они были незаметны в своей работе, что мы несколько тревожились, что по две бутылки будет медленно идти наша работа, оказалось, что они все были вовремя и хорошо. Я хочу сказать, пока мне не надо. Вот теперь можно дать его. А можно от вас Владимир Иванович одобрил такую команду и предлагает всем Матвею. Хорошо, выпили? Ой, живуми, живуми, ноги пили, а що? Веди тебе до пана, сам не знаєш, на що? Веди тебе до пана, сам не знаєш, на карати. І на руки, і на ноги диви набивати. Ой, на руки диви, на ноги дивити. От ж то піче гуне гарні молодиці, от ж то піче гуне гарні молодиці. Ой, на руки били, на ноги дев'ята, от те, що біче гоне молоді дівчата. На вулиці не було, на берег терва, не бачила, чи гоне трохи ще не вмерла, не бачила, чи гоне трохи ще не вмерла, зелена є юбка, чи прекрасний гуморист, до речі, дуже хороший товариш Стукет.
Я перший раз читав цю мініатюрку в Верховній Раді, працюючи 10 років з відомим, любимим моїм квартетом «Яблоко». Бачите, як тоді були такі часи, і сатири не можна було читати, і сексу не можна було читати, зараз так краще секс, чим політика. Хоч можна щось розібратися, може чи не розібратися, а там вже не розберемо, годний чи не годний. І я благодаряв Яблоку, благодаря їхній підтримці, я десь читав, у мене ще я тільки в ті часи не посадив. Я вам прочитаю зараз цю мініатюрочку з Сварника. Називається так, приходить шампанське. Купив дядько у городі шампанського пляшку. Ось це на свій. А хто привів ту нікчемну брашку? Таке гінке та смертюче не просто отрава. Потім часно вийшов указ тверезості слава. Ступав сіни і шампанське під мішок ховає. Оце собі потім вип'ю, хай жінка й не знає. Це поворав, повечеряв, полягав спати. Та не може він заснути, кортить вийти з хати. Чекав, чекав, і через жінку перекинув ногу. А вона також не спала, підняла тривогу. Завжди не спить не хасько. Вона не підв'ячка. Вже старий, я ще досі в голові жиняч. Зупинився, зупинився. Вже часу минуло, і ніби соня упреститься, щоб це вже посунуло. Та й знову через жінку ногу закидає. Та все було, та ж дитина. Щоб ти хлоп гадай, це грудиться, та вертиться, мав присіли блоки. Хай не хай, уже за це зачекай ще трохи. Чекав, чекав і сам заснув. Весь так ходиться через жінку проводить. Знов заходив, таки вибрався у сіні, пляшку розгортає, на пацієнтки розкручує, дротики мотає, зашипіло, бабахнуло, мов на полі бою. Ой, Боже ж мій Василечко, що то там з тобою? А Михасько собі сказав, це ви винні, мамо, сироні спросили тато, не казали, прямо тепер вони застрілили. Захотіло шампанського, то вийти відразу, лише у свято, символічно, не проти указу. Дякую вам, свято вам! Thank you.
сегодня Я хотел знать, из каких городов, что вы туда сделали гастроли. Приглашаю ваших новозобранцев и выборов помогти заводчикам Валентина Дмитриевна. Лубинский вин завод, Виталий Васильевич. Вот Валентина Дмитриевна. Сегодня был первый на таком представительском избрании. Саме ми дорогі нашої молодої незалежної держави. Вибачте, що ми починаємо сьогодні так, ми не політики, ми співаки. Але стільки заводів, ми артисти, не знали, що стільки є у нас в Україні. І саме якраз Донбас, Схід, там дуже багато. Артемівський, ми його всі любимо, вимо. Донецьк, Макіївка, ви не знали, що там є. Ми там ще... А я не знав. Ми ще з концертами там не були. А я там не був. Хотілося б, щоб ми приїхали цією групою, чи ширшою, з вас виступили. Любаву ми пили, харчівську, дуже смачне вино. У Львові ми не були на заводі шампанських. Були. Просто так були вас і на інших заводах. Дай Боже, щоб у вас була сировина, щоб робитися шампанським. Кому пити, щоб... І дай Боже, дай тут вас скажу, Валентин, я ніколи ж не говорив. Завжди вас підказую. Я один раз не дай Боже, розуму. Що ми побували і побачили, як це робиться дегустація, як вони дегустатори це дію, тому що ви вже тепер знаєте. Хто не знає, то хай сам пробує. А ми вже знаємо, як це робиться. То я вже маю на увазі, що ми вже другий раз зустрічаємося з виноробами. Але з такими виноробами то є винороби, а є заводи шампанських, ви розумієте, що найцінніше. І сьогодні цього шампанського, я перше хотів таке шампанське червоне. Червоне, то в нас все буває червоне. Але чи такий смак, розумієте? Я їх смакую. Шкода, що я сьогодні, от бачите, сказав, що я сивий, а бачите, сивий я дурний, машину взяв, наша вам не була потрібна. А на Андрій новина не сказала, що тут буде дегустація. Хто там знав? А я й сама не знала. А сама не знала, то ви ж не п'єте. І гетів моїх майків з санаторіями та московськими. Я встав на пізно. Ну нічого, розберемося. Дорогі друзі, я вчора дав телеграму Борі Ельцину. Говорю, дорогой Боря,
Тому перше слово я просто мені вигавав. В Олимпийском комплексе все время стоит вода в этом бассейне. Почему? Что такое? Не уже второй месяц. Что такое? А, это связано с чем? Значит, объясняю. Пока не проявится мой портрет. Я вам не уживаю. Должен долго оно стояло, могло стоять. Ну, правда, оно не стоит, оно лежит. Почему? Там дело, что планшет, ноги, я потом расскажу, как я работаю. Ну, Спасибо.